Эй, Титмаус! Титмаус! А Мирачивок-то где? Да, Титмаус! Где новое видео? Где Мирачивок? Куда попало мне сказал? Ну быстро! Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами Титмаус. Наконец-таки я называю опять это слово, называю опять это название Мир Ачивок. Наконец-таки у нас скоро уже наступит третий сезон. И вообще, для чего я создал этот анонс? Для того, чтобы вы мне написали новые ачивки. Ачивки будут на версии 1.8. Я наконец-таки перейду на версию 1.8 снимать Мир Ачивок. И, ребята, мне нужны новые ачивки, которые будут довольно-таки оригинальными, которые будут очень интересны. Давайте я вам дам такую подсказку, смекалку. В Майнкрафт добавили с версии 1.7 много нового. Добавили просто множество всего, множество разных функций новых, которые можно сделать. И, ребят, реально это очень будет интересно. Так что, ребят, версия 1.8 реально будет очень круто. В общем-то, жду новые ачивки. Ачивки очень интересные. Жду самые интересные ачивки. Обязательно попадут в выпуск. И, ребята, теперь будут выходить видео чаще, потому что в скором времени я уже сдаю сессию. И через неделю просто будет прям хлам. Огромный хлам видео. Будет очень много видео, дорогие друзья. На этой неделе будет по штуке 2-3 видео, а на следующей неделе будет уже реально очень много. В общем-то, ребят, чтобы я уже точно уже знал, что мне обязательно нужно записывать мир ачивок, и должны сейчас на это видео поставить лайк и написать любую ачивку. Какую-нибудь хорошую, интересненькую ачивку. Все, ребят, ачивки я очень жду. И наконец-таки. Скоро будет опять Майнкрафт, скоро будет летсплей и все такое. Просто, друзья, я понял, что по CSGO активности у меня толком таковой и нету. Так что, ребят, вот такие дела. Это все. Всем огромное спасибо, всем до скорых встреч. Всем удачи, всем пока-пока. До скорой встречи. Мир ачивок будет скоро.